Ребят, всем привет! Сегодня мы будем играть на карте Иран, и сейчас вот со мной будет играть два человечка. Это Санька, великий тутерщик Джаггернаут, и Димас ССС. Поздравляйтесь. Всем привет. Всем привет. Вот, в общем-то, поиграем мы ЦТФ-очку обычно на 20 минут, и поиграю я на вас по жиге в тиме, и в принципе думаю то, что... Ну, у вас на Иран, это, конечно же... Без него никуда. Вот, ну и в принципе так, давай-ка мы отожмем. Ура! Так, 8.00, вы там доставите? Ты думаешь, ты переодеваться не будешь? Я? Да. Думаю, нет. Потому что, хотя в принципе, я бы оделся на какую-нибудь пушку с отдачей. Потому что если я буду ходить в полуминус, то мне же выйти так как-то там надо будет. То есть там тебе достаточно одной шмотки, чтобы на бачок. Ну да. Так, тогда давай ты, Санька, на чем играешь? Я на хорререльке. А ты, Димка? Я на Викаизи. Викаизи какой? Ой, красавчик. М3. Фига, ну ты прям мужика молодец. За широкими штанами. Ладно, в общем, я вожу по центру, дайте ко мне встречу. Вот, и... Ой, ой! Куда ты меня зажимаешь? Вот он ты, да? Вот он я, да. Я улепетываю. Я за Викаизи какой-то катаюсь. Ага. Кстати, у меня тут гости нежданно. Так что если вы... О, Сань, давайте флажок скину. Ну, давай. Ну, логично, кстати. Смотри, кто... Блин. Нет. Вот это вот я, походу, зря тебя задержал. Плохая идея была. Так. Ну, ладно. Так, тогда ты где, Вика Изи? Пытаюсь. Я смог почти перевернуть. Подожди, я попытаюсь вернуть. Он аптеку сожрал. А ты в каком классе? Я? Вопрос. В седьмом. А, ну, в принципе, большой уже. Угу. Уже можно. Давай, ладно. Возвращай. Так, окей, сейчас верну. О, у нас там вообще пацан на М2, прикиньте, без нарки увозят. Вообще молодец. Блин, только мы потеряли. У них... У них защиты нету. Их смок это встречает. В смысле, кто качает? Встречает смок. А, встречает. Мне послышалось, качает. Ну качает там, чё. Ой, я вижу наш флаг, он вообще там в пикасо-пикасном. И зря, вот нафиг я Минку поставил. Ладно, так. Крит ошибка, зашибись. Так. Я вышел? Да. Ёб твою мать. Проблемы с интернетом. Я хотел просто... Нет, я запись прекратил. Я хотел... Дело в том, что я продолжаю. А ты-то что? Ну, я прекратил тоже. Я же сказал, я тоже буду ЛП-шку писать. Блин, вот, Саня, я не понимаю, вот смысл писать тот же ран, только другого лица? Нет, дело-то твое, но, блин, по мне это вообще скучно. Ну, хотя зачем, раньше я... Зачем время топал? Зря терять, как бы? Да у меня будет время еще для твоего канала запилить. Да. Блин, попросите место, чуваки. Так, ну блин, вряд ли. Ну ладно, сейчас. Красные места. Блин, вот это вообще попадос. Готов? Да, я кликаю. Я просто вообще вот как-то на автомате вышел. Не знаю как. Так, кого попросите? Да, последний проси. А хотя нет, попроси. На третьем месте генерал. А, это ты, Димас. Ну вон последнее место. Ну я, короче, корову 33 попроси. Ну нет, хотя он хори изи, малорик. Ну ладно. Блин, ну слушай, тут походу место не организовано тебе. Нас тем более тут разносят, тут твинсы, рикошеты зашли, тут в Чикаго. Плохо. Смысла нет играть. Ну чё, может это, выйдем? Блин, я не знаю, я потащил. Ну, хотя просто попробовать. Ну мне реально, как бы знаешь, кайфа никакого не приносит, когда именно не сливаем. Давай я поставлю тогда на рендер и запилим, вернее, ну да, для твоего канала. Не, ну для моего канала вот, я как бы уже это вывел. То есть, поверь мне, этот ЛП никуда не пропадет. Блин.
Я как бы, знаешь, я пацан без отхода, то есть у меня ни один видок просто не сойдет. Ну, печально, печально. А тебе что, так запилить что-нибудь охоту? Мне наоборот, как бы, знаешь, в принципе, записать и все. Да нет, просто понимаешь, если у меня, то есть, может быть, не быть... О, я зашел, все, отлично. Просто понимаешь, у меня иногда есть время, иногда нет. Когда есть время, я запилю сразу вот несколько ЛПХ. Да-да-да, ЛПХ. Я тоже бывает, там, знаешь, по 6 ЛП надо сделать. Не, я как-то 8 сделал. Рекорд. Побил все. И выжил даже. Так, ну что, готовы? Айо. Айо. Все, го. Так, ну что, ребят, в принципе, мы вернулись, и когда у меня произошла крит-ошибка, я просто автоматом вышел из битвы. Вот не знаю, как нажал на эскейп, подтвердил. Ну, не мышкой, сам как-то подтвердил. Вот, и, в общем, я флаг вернул, вот прям сразу. И это было поистине эпично, потому что мы сравняли счет. А, так, вы там где-то увозите, да? Я вижу. Не факт. А, да, увозим по центру. Факт, не факт. Ладно, тогда. Давайте придумаем тактику. О, Саня! Отлично! Просто шикарно. Я сейчас сверху возьму ДДАху и там смока, ё-моё. И там надо... твинс, и я полуминус. Чё? Ой, ё-моё, там твинс. Блин. Тут идет как бы не все как хотелось бы. Ну, так, ну смок да. Усилил, но твинс это. Так, сейчас меня уже сливает, я... По центру, вижу, это... Вижу. Блин, он здесь все, это вообще прям печально. И на нитре, и я в минусе. В общем, я одеваю сейчас хорь. Я нему... Так, дверь или по нему мы дали. Так, аптеку я его отожрал. Так, хорь. О, что о, хорь? Вот он, красавчик, все вернул. Ставь. Я по... А, все уже возврат. Так, в общем-то, я одел хорнет. А, чё? Вы бы видели, я одел хорнет, у меня просто корпус пропал. Только пушка была в гараже. Чё за фиг? Но это танки онлайн. Кстати, у нас мамонта жига, это хорошо. У нас мамонта жига? Да, за нас. О, это вообще шикарно, потому что... Кто у них вообще самый такой отпор дает? Ну, думаю, не твин смока. Вот у них смока меня очень подбешивают. Ну, и рикошет. Так наша мамонта жига еще и в атаку пошла. Офигеть. Серега, теперь ты со мной солидарен, да, насчет смока? Да. Тебя тоже бесит. Ой, чувак, скинь флаг, пожалуйста, пожалуйста. Для... Опять критическая ошибка, ё-моё. По центру стой, увозят, уходи, по ладно, центру. Я сейчас перезайду. Давай. Блин, главное не выйти из битвы. Так, по центру я вижу, сейчас я... Блин, нет, не получится у меня на него спрыгнуть. Санька, ты не будешь вырезать эти моменты, типа? Да нет, зачем, ты чё? Не надо. А, мне как бы помощь нужна, у нас на базе. Ладно, ладно. Так. Твинс рельный. Сейчас так, все. Сейчас верну. Готов? Раз. Да я готов. Раз, два, три. Все, ребят, в общем-то, мы опять вернулись, у меня крит ошибка. Я давайте, знаете что, я отключу. А хотя я поставлю автоматическую графику, потому что. Ах, хотя нет, это уж слишком фигово. Я мне отключу кажется, блоки. Крит ошибка не из-за графики возникает, а из-за. Ну, не знаю, иногда меня графика в принципе спасает. Вот поиграем мы на такой убогой графике, как мы играли, ребятки, с вами месяца 4 назад на моем ноуте. Не, ну раньше, короче, говорили, что критическая ошибка возникает из-за переизбытка какого-то кэша, то есть он что-то в оперативку слишком много качает. Ну, хотя да, график как может быть вариант. Ну, насчет оперативки я даже не знаю, потому что у меня 16 гигов оперативки, и она... Ты я вот... флеш-память, она... Хоть у тебя там миллион гигов будет, это... Ну, одной, в принципе, да, короче, здесь... У меня, смотри, какая штука, именно чисто на больших картах. Берлин и Дюссельдорф. Критическая ошибка влазит только там. То есть на каких-то остальных других, ну все нормально. Ну, у меня вот после того, как я купил комп новый, у меня стало вылазить на Иране, вот прям часто-часто. Я купил комп, начинаю, вернее, пилить на Иране, и у меня сразу вот за один бой 3 крит-ошибки. Это битва была на 100 киллов. Я все послал нафиг и сказал, лучше потом лучше. Вот. Так. Какие у кого известия, кто где флаг везет, кто где так, что держит? У нас тут это, оранжевый Изида, сорь, танкески сейчас доставят. Mm-hmm. Ну, так, отлично, у тебя Димас что? Так. Да у меня все плохо, ставь, меня зажимают все время. Ставим. Отлично, так. Я беру нетруху, жду пока откадешится Даха и беру сейчас ДДшку. Как там профейлила сиситка? Так, Даха, нам нужна так, Даха и флаг.
Сейчас флаг на возьму. На фулке Изида. Блин, что делать? Вот что мне делать? Так, Даха, Даха, все, отлично. Даху взяли. Рикошет на полуфулке тоже. Так, а рикошет на фулке. Ну, в принципе, смоки, мне на Рика пофиг. Смоки надо. А, все, у меня мало хп. Помогайте. Блин, я в туннель, ребятки, просто туннель. Help me. А нет, не туннель, в туннель Рик спрыгнул. Спрыгнул. Я поверху ухожу. Сейчас наверх. Я рюськи. Меня. Я сам уничтожил. Догорю, в общем. Я догорел и. А все, там паренек взял. Ага. Прыгай, 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 парень, давай. Так, ну блин. Молодец. Сейчас, знаете, сейчас мне актуально реально брать Зевса, то есть тут много жика и много смог. Фух, так, мы, блин, к нам Смока и Рик, Смока и Рик, это ж просто бомба бомбалейла. И крит ошибка! Ё-моё, что делать? Называй это, короче, критический ЛП. Кстати, а разве крит ошибка не влияет, ну, на неё не влияет этот ФП, пинг? Не влияет. Ну, хотя он влияет, но не очень так, вот прям жестко. О, блин, четвертый дубль, ё-моё. А у меня крит ошибка только если пинг 999. Так, все, я начинаю. Блин, у меня все залагало вообще. Так, так, так. Ну да, вот у меня тоже пинг 3-9. Сейчас он разлагает, все отлично. Так, ребятки, опять после критической ошибки мы, в принципе, вернулись. И все-таки, все-таки, я так понимаю, Джага не будет это все вырезать, да? Конечно, не будут еще. Да. Это, у меня, как бы, знаешь, это без монтажа, там, без этих, без купюр. А, я вот, кстати, думал то, что вот я слышал то, что ты музыку вообще под ЛП, ну, под сам видос не подставляешь, то есть, я так понимаю, ты боишься просто авторских прав, да? Или что? Как раз таки нет, авторских прав я не боюсь. То есть я бы в тутор так обильно всякую музыку бы не сувал. Ну, как-то так. То есть в ЛП меня все, как бы, ну там, сколько там наберется, 2000 проходов от силы. Вот, и смысл там, ну, потеряю я там, я не знаю, сколько, 30 центов, то есть от каждого ЛП. А вот, как бы, от этого у меня не убудет. И, я не знаю, мне чисто, знаешь, лень. То есть я даже вот ищу пробу, которую не надо рендерить. То есть я делаю через Sony Vegas. Вот. Крит ошибка. Они, как бы, это, записывают через Fraps, и получается очень большой объем самого ЛП, там, поскольку по 40 гигов бывает весит. Вот, и вот приходится рендерить. А я еще сейчас, короче, пробую, с которым вообще рендер не нужен. Угу. Записал, выложил. То есть, мне это как реально удобно. Да любая бесплатная программа, наверное. Ну, нет, это ты тут что-то загнул. Так. Так, сейчас я, в общем, захожу. Закажу. Так, ready, steady, go. Блин, реально, оно, нужно что-то сделать, чтобы не улетало. Ладно, хотя, в принципе, 7 минут осталось. И я, в принципе, вернулся. Так, с графой. Хотя пофиг на графой, я так понял, уже. Показывать зону ящиков у меня отключено, прикинь. Я бы голд не увидел. Ё-моё, вот я. А что? Надо же голдик по эпическому взять в ЛПшке. Да, ну ты просто. В общем, флаг в туннель. Золотолов, что ли? Подожди, что? У меня через пару голдиков уже, в принципе, нарезочка будет. Вот. А ты по сколько годов нарезки выпускаешь? 10, хотя нет, 15-20. У меня есть вот мини-нарезка из 6 голдов. И не жалко. А я скоро выложу нарезку из 11 голдов. Мощно. Ой, как нас шотнули. Блин, вот это вот прям печально-припечально было. Вообще. Слушайте, они что-то тащат. Тащат. Блин, 6 минут надо флаг пробежать. Ну, кстати, да. Так. Так, 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 так. Тут главное дроп. Ну, даже не дроп, в принципе, нарка есть, но если ты наришь фулку, то тебе надолго не хватает. Кстати, мы там флажуку увезли. Лечи меня, лечи. Вот это вообще. Ладно, кстати, ребят, на канал Димки и на канал Джаги ссылочка будет в описании. И, в принципе, вот так вот. Так, мы доставим флаг или нет? Ты видел, там паренек вез? Уже доставили. Молодцы, молодцы. Блин, у меня слили, у меня даже не было, так сказать, резона хавать аптечку и... В принципе... Серёг, мы с тобой нормальный ЛП никогда не запишем, потому что
А, помнишь, как мы с Вадимом на паркуре подходим с Вадим, с Жекой? А. Ты тоже в чате просидел. А стоп, а ты что? Ты вышел? Или что, я не понял? Ну, кто вышел? Нет, погоди, а при чем тут чат был? Короче, ЛП паркур на Рио. Я же ну. Вот. Ты вроде как бы начинал со мной, а закончил вообще вне битвы. Да, ну, вернее, ты начинал со мной, закончил Жекой. Да, да, да. А ты тут как бы весь ЛП, можно сказать, в этих крит-ошибках по себе. Критуют. Победитель по жизни. Ну да, можно в принципе и так сказать. Так, что мне врубил? Врублю-ка я ДДшку. Почему бы ДДшку не врубить? О, и там еще и Даха. Ну. По правому Хари рельсы везет. Блин, она достает, я не знаю, я нажал на аптечку, но она почему-то не активировалась. Так что, ребятки, а хотя я отреспался практически рядом с их базой и что-то сделать смогу, хотя не обещаю, нет, они доставят. Давай. Нужен. Блин! Я сейчас свой жигит у тебя гасил, но почему-то не загасил. Не знаю, вот почему-то не получилось. Так, у нас сейчас мамонтенок на флаге, нормально. Да, я в принципе с ним поеду, я взял нитро, и надо мне его сопровождать. Так, его там трупак. Так, Минка. Что? А, блин! Крип. Это ж сегодня же уже обычные мины, да? Угу. Блин, я думал сейчас какая-нибудь, думал сейчас крекера увижу, а тут бац и... Фух, тихо. И ты вдруг решил испугаться? Я реально испугался, думаю, ой, баг, блин, сейчас вообще... Да что за нафиг, криты, тупо криты. И получается, я увидел эту мигу, блин, думал, вау, это же баг, или что-то еще, сейчас там, не знаю. Думал, тестер возьмут. Ну, тут, блин... Так вот, печально. Так, зря, наверное, опять аптеку схавал, потому что меня догорют. В общем, я догорю. Синие у нас на базе тусуются. Вот. Ребята, возле этого, возле туннеля, все уже. Я верну! Да ладно! Вот это епик был, просто епик. Вы не представляете, какой это был епик. Я беру флаг, беру нитро, и только не фриз, пожалуйста, чувак. Отлично. Я увожу по правой стороне, если вы меня встретите, это будет, в принципе, неплохо. По правой? Да, по правой. Фу, блин, так непривычно эти минки, видите, флажки. Кстати, ну на флажки внимания не обратил. Я в основном обратил внимание на минки. Согласитесь, раньше с елками было гораздо прикольнее, чем флажки. Да. Вот мне минки вообще понравились. Это прям офигенно. А мне вот прошлогодние елки. Вот и хрен не флажки. А, елочки сам, когда ты елки возил. Да, вместо флажка. Да, было тоже классно. Так, на, в общем, изитке флаг. Пусть она там держит. Счет 6-5. 6-5, да, ты понимаешь, то, что если вот они растащились очень сильно, так, Саня, иди к ним, вернее, к нам на деф, потому что я сейчас наплевал полностью на деф, я еду на возврат, потому что я взял ДДХ, ДДХ, как ты знаешь, решает очень много, ну, давай, он аптеку схавал, блин, я, да ладно, я вернул флаг, сейчас верну тоже, ой, ты Димас, вообще Димас. Да, а я что, меня сзади Изя, я аптеку хаваю, меня рельсы сливают. Ладно, он как мог, я посмотришь на подходы, я рядом с ним. Блин, ты понимаешь то, что я вернул как бог, просто как бог. Ладно. Ну, ладно, бог не будем. Увидит он, как ты вернул. Наш флаг опять, вы чё, парни, эу. Сейчас я на фуке буду, сейчас, о, всё, размотаем. Давай, всё. Отлично, Димас, вернул. Так, я тоже, в принципе, на фуке. Санька, давай на нитре. Я тебя толкать буду. А, у тебя ШМ4, кстати, ты меня обгонишь? Так ты как бы и не сильно отрываешься. А, ну конечно, меня заморозили, блин. Это, а вот мне вроде бы рельсы чти не понравилось, мне больше нравится ее текстура. Мне бы хотелось, чтобы это на обычной хари рельсы сделали. Вот эти серебряные полоски. А, то есть XT? Угу. Ну, я думаю, нету смысла, потому что, во-первых, будут путаться, во-вторых, к этому нужно опять-таки привыкать. И, в принципе, вот так. Нет, просто рельсы, текстуру поменять и все. Немного. Может быть. Ну, не знаю, ХР это, в принципе, основной формат, который был... Нет, хотя, в принципе, в кланах основной формат, насколько я помню, была дикареля. Нет. Вот. Сейчас поставят. Нет.
красава. Ну, насчет Ну, они сравняли. Давайте, 50 секунд, парни. Просто, давай, 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 тащи. Меня слили, ё-моё, пацан. 40 секунд, пожалуйста, утащи, я тебя прошу, Джага. Помогай ему, я поехал. Я на наш флаг. Блин, у нас тоже стырили. Надо вернуть. Где? О, у нас тоже стырили, ладно. Блин, сейчас, блин. Ну, меня убьют, тут уже без вариантов, потому что сейчас, трое на одного, блин. Это честно. Все. Мы продули, ё-моё. Ну, главное, то, что мы постарались, хотя нас растащили просто как детей. Короче, вот это Серега, вот. Все из-за тебя, все из-за твоих критических ошибок. А чё я сделаю, это Иран такой. Мы без Жиги никто, в принципе, были. Ладно, ребят, в общем-то, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на мой канал, на паблик, в общем, все ссылки в описании, у меня за последнее время столько ссылок уже добавилось. Ладно, в общем-то, всем удачи и до скорых встреч. Bye-bye. Всем пока.